Владимир Путин подписал закон об отмене банковского роуминга. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Банковский роуминг отменен. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Отмечается, что он официально вступит в силу через 6 месяцев. Закон предполагает отмену комиссии за денежные переводы в другие регионы внутри одного банка. В пояснительной записке подчеркнули, что комиссии такого рода указывают на территориальную дискриминацию клиентов банка. По информации издания, документ служит для недопущения установления банками завышенных тарифов. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!